Международный день защиты слонов сегодня отмечают во всем мире, и наша программа не исключение. Почему бы и нет? Защищают слонов общественники. Защищают они их от зоопарков. Они считают, что эти гигантские животные должны жить на воле. И все-таки человеку удалось приручить слонов. Как им это удалось в итоге сделать? Ответ на этот вопрос знают наши гости, дрессировщики слонов Сергей и Дельно Загулевичи. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас в студии настоящие дрессировщики слонов. Обратите внимание, что и Сергей, и Дельноза в таких одеждах, да, на которых изображены слоны. На вид слоны очень добрые животные, а все-таки дрессировки они легко подают. Проявляют ли характер во время, могут ли как-то отомстить? Взбунтоваться. Нет, на самом деле это умнейшие животные, очень большим уровнем интеллекта, да. Они очень покладистые, очень умные, очень добродушные, да, вот что вот эти качества у них и приводят к тому, что с ними работать очень легко человеку. Да? А вот говорят, что у них очень длинная память у слонов. Действительно ли слон может узнать человека, которого видел несколько лет назад? Да, это правда. Даже хоть такой вот легенды, что слоны злопамятные. Они не злопамятные, они просто памятные. Да, запоминают очень они хорошо. Они все одинаково помнят и добро, и зло. Отомстить теоретически могут за что-то. Очень легко, да, если слон... Если такой, обидеть, то что он может... Если характер, да, у них характеры. Вот если слон такой, ну, он может издоптать, прижать, что угодно. И покусать даже можно. А хобот, это такое у них достаточно чувствительное место. Я так понимаю, что это вот как у человека пальцы, да? Хобот, да, это рука, руки, пальцы. Да. Он может даже вытворять более интересные вещи, чем мы своими руками. Да. Например? Ну, скажем, он может держать иголку острую с двух концов вот так вот. Не роняя ее, балансируя. И не поранится. Они очень чувствительные. Они откручивают любые там чекеля. Гайки, чекеля, что-то могут такое. Могут открутить. Хоботом просто. Если зажимаешь ключом, хоботом это может открутить. Ну вот, насколько я знаю, есть азиатские слоны, есть африканские. А вот в нашем климате, если, предположим, поселить его в наш зоопарк, сможет он там комфортно жить? Или В общем-то, если условия все создать, то это возможно. Скажите, пожалуйста, а вот у вас какая-то разная специализация? Вот мужчина со слонами делает одно, девушка только катается, например? Наверное. В работе, в работе так. В работе Диля, она верхом на слонах катается, я руковожу процессом, А так в жизни одинаково. Она бы даже больше друг слонам, чем я. Я более с ними как подруга. Как папа, строже. А Диля, она как просто вообще... Как мама. А как все-таки подруга. Вот самцы и самки отличаются в дрессировке полностью? Да. Так вообще, по сути, слон, самец, он намного покладистее, с ним проще работать. Но когда у них начинается муст, вот этот брачный период, тогда со слоном полностью у него тестостерон перекрывает весь мозг, он уже ничего не соображает, ему нужно только одно. А самки в этом случае с ними намного попроще. Они переживают этот период более поспокойнее. А вот, можно, дрессируя животных, давать им сахарок. Мы все знаем, такой стереотип есть. А чем порадовать слона? Чем вы их привлекаете, заманиваете, задабриваете? Ну, это у нас фрукты. Тоже вкусняшка. Да. Бананы, морковка, яблочки любят они. На здоровом питании у вас сидят. Все-таки слоны в некоторых странах, в Индии в частности, считаются, в Таиланде, священными животными. А почему вы считаете, их возвели в ранг божеств каких-то? Ну, потому что, мне кажется, это люди посмотрели на их социум, на их ум, на их доброту, все положительные, включая, если брать во внимание их размер, их силище, и при этой силе, при этом размере, они настолько добрые, добродушные, доброжелательные, дружелюбные очень слоны. И очень мудрые очень у них такие. Вы нас заинтриговали. Хочется посмотреть, увидеть. И мы знаем, что вы не с пустыми руками к нам пришли. У вас есть билеты. Чтобы его получить, нужно ответить на вопрос. У вас есть вопрос? Да, сначала? Можно разыграть. Для наших телезрителей. Телезрителей вопрос такой будет следующего характера. В каком из отечественных фильмов снимались наши слонихи? Дженни и Магда. Дженни и Магда. Именно ваши, из вашего цирка. Наши слонихи снимались. Это фильм отечественный, вышел в кинопрокат в 2010 году. То есть фильм современный. Да. Ну, не так много, наверное, фильмов российских со слонами, поэтому тут даже можно методом исключения. А цирк у нас сейчас в Челябинске гостит, все-таки животных в зоопарке нет, а можно встретить в городе слонов у нас.
Можно встретить в городе, именно можно встретить в парке, можно встретить на озере. Да, то есть я знаю, вы сейчас их прогуливаете? В планах, да. Да. То есть мы уже гуляли и в парке Гагарина, и на ЧМЗ в парке, и еще в планах у нас объехать. Они так мило землей обкидываются. Водохранилище, озера, чтобы они покупались, чтобы люди посмотрели. Здорово. И слоники. Все на улице города. Спасибо вам большое. У нас в гостях были сегодня дрессировщики слонов Сергей и Дильноза Гулевич. Ну, можно обставить фигурками слонов в дом, да, хотя бы с этого начать все по фэншую сделать. А можно увлечься каким-то другим хобби, например, выращивать экзотических растений у себя на участке и кормить ими слонов, или не только. Но вот как раз об этом наша следующая рубрика «Мужское хобби».